Крите. И этот храм, он фактически посвящен Деве Марии, потому что она главная героиня этого эпизода, эпизода Благовещения. Благовещение – это когда Архангел Гавриил сообщает ей благую весть. Так вот, как она главная героиня, вся эта церковь, этот храм, вот второй абзац. Значит, что мы там читаем? Мы читаем о том, что некая Дева Мария, да, которая живет в Назарете, она должна стать женой некого Иосифа, вот там Иосиф, который из рода Давидова. И вот, значит, в один прекрасный день, когда она, которая, между прочим, совсем молодая девушка, считается, что ей было около 12 лет в этот момент, она сама переезжает, представьте себе, из Иерусалима, где она выросла, да, она родилась, где она выросла, переезжает в незнакомое место, в городок, который называется Назарет. Уже не совсем заурядная. Она говорит, а как же я могу нести в чреве своем Сына Божьего, если не знала я еще мужчину? Действительно, как, да? Тогда Ангел Гавриил объясняет ей, что это не страста, это не просто беременность, это Дух Божий, который сошел. Вот, кстати говоря, насчет этого, это очень правильный вопрос, насчет этого есть две версии. Одна версия, что действительно поверил, а другая версия, что не совсем поверил, и в Евангелии от Третьего Лета Писания в том, что это просто скептично насчет того, что там произошло именно такая. Израильская компания строит католический храм. Да. И не спроста работает по храму заканчивается в 64 году, потому что как раз вот в этом батарее есть скульптура, которая показывает как раз это рукопожатие Павла VI и греческого патриарха, который встречается здесь и заключает мир между католическим и православным миром. Вот. И кроме этого, архитектура этой церкви, она... интересный и уникальный. Эти главные врата, они, правда, через них не заходят, они все время закрыты и не спроста, потому что действительно очень красивые. Обратите внимание, что посередине тут различные эпизоды с жизни Иисуса. От момента Рождества, которое было в Вифлееме, вот Иисус, Иосиф и Мария, они бегут в Египет, вот Иосиф учит Иисуса своему мастерству и так далее, то есть до распятия. Вот. А по краям, обратите внимание, с левой стороны мы видим всех героев Ветхого Завета, начиная от Адама через Авраама и пророков, как Илья и Моисей. А с правой стороны мы видим апостолов, 12 апостолов, то есть пророков уже Нового Завета. А Иисус, он как бы находится посередине и связывает Ветхий с Новым Заветом. Действительно, очень интересные ворота. Ну, в принципе, тут можно много говорить, но мы сейчас с вами зайдем в храм. Друзья мои, я напоминаю, на первом, ну и в принципе на втором этаже тоже просят, в храме просят соблюдать вот... находится. А, и просьба, молодые люди, пожалуйста. Maria
tua grazia plena. Ave, ave Dominus, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus, et benedictus fructus ventris, ventris tu. Я снимаю. Молодец. Умница. Ты говоришь по-русски, да?